По факту падения башенного крана в микрорайоне Чурилово возбудили административное дело. Областной Ростехнадзор нашел нарушение при монтаже техники и работе строителей. Об этом нам сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Ему горожане жаловались на стройку по улице 2 Эльтонской. Проверять там надо не только эту стройку, которую сейчас прокуратура и Ростехнадзор уже начали проверять, но и другие стройки, которые вот идут на сегодняшний день в Чурилово. Потому что общее впечатление такое, безобразно, просто застройщики себя ведут. Значит, получают там сверхприбыли, продают эти квадратные метры, а люди в итоге, значит, получают дома, где падают краны, нет детских садиков, нет дорог. По результатам проверки Ростехнадзора строители обязаны устранить нарушение требований безопасности. Подрядчик должен выплатить штраф до 1 миллиона рублей, проверят и организацию, проводившую монтаж крана. Напомню, в конце июня на улице 2 Эльтонской упала стрела башенного крана. Никто не погиб, но рухнувший кран чуть не задел женщину с коляской, а крановщице пришлось вызвать скорую.